Ну чё, пацаны, там нормально? Пошло. Вроде бы должно. Ой-о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 й. Вот так. Так. Ну чё там, как, пацаны, идёт? О! Нашёл. Все нормально? Ну, все, заебись. Если опять плохо будет, скажите тогда и включим Twitch. Не, в принципе, реально пройти, но, бля, это вообще дрочь сейчас будет. Очень жесткая дрочь. Кажется, я его даже не дамажу. Может, есть какое-нибудь место, где можно стоять, чтобы он нас не дамажил? Пацаны, это нереально с одной жизнью вообще. Это убогая игра. Не будет пройдена. Давайте сейчас я посмотрю. Есть ли на YouTube прохождение, посмотрим. Последнего босса, там все дела. Так. Сейчас будем смотреть прохождение на YouTube чисто. Так. Зачем вообще в консольные игры играть, если можно проходить на YouTube? Walk through. Да, есть, пацаны, за 22 минуты. Давайте смотреть, короче. А, блядь, мне чатик еще нужен. Так, мы дошли. Ух, ебать, по пол игры только прошли. Да, сейчас я захвачу нормально еще. Сейчас. Чисто в HD-графоне сейчас будем смотреть еще. Это я играю, пацаны, сейчас слышите, ебать. Щелкнул. Это я играю. Музон, музон, чисто. Надо было у него забрать 200 рублей. Да, он же сказал, он потом, типа, использует их на следующий марафон. А учитывая, что следующий марафон осенью, да? Лол, смотри, а маг... Смотрите, тут какая суть. Похоже, получается так, что... Если ты не в форме вот этого зверя, короче, то тогда ты не, ну, не пропускает он тебя вперед. Видимо, вот так получается. Блин, почему он ваншотит? Потому что это спидран. Вообще, это фура я играю. Это запись моей прошлой игры, я просто... Сейчас как-то устал, похмелье там все. А, я вообще же не пью. Вы просто плохо себя чувствуете. Да, я сосал. Вообще, не, ну нормально играет чувак, да. Да у него просто много жизни, у меня же ноль. Дальше-то я все равно не затащу. Дальше еще сложнее будет, видишь, а это только пол игры.
О, блин, водичка есть. А, нет, нет. Да, класть. Я лошок. Лошка. Причем какой-то японец играет, дикий. Сайкоё, как-то так его зовут. Ох, щит. Красные драконы. Да, пир, я тебя слушаю. Да, давай. У тебя там не лагает? Мне обязательно корпус брать какой-то дополнительный. Ну, чтобы... Смотри, ты можешь разобрать просто GameCube и... Ну, чтобы вставлять эти большие болванки, он просто у тебя будет без верхнего корпуса. И там вот, как это называется, люфт. Типа триггер, который закрываешь, когда ты коробку, чтобы начинал работать лазер. Ты можешь его, короче, зажать. Ну и, в принципе, так меньше консоль будет пылиться, то есть ты постоянно ее можешь протирать, там, пылесосить и прочее. Ну, как бы она будет выглядеть ущербно. А с этим корпусом ты можешь... Она будет красиво выглядеть, закрываться коробочка, там, ну... Как называется? Не коробочка, крышечка. Ну да, вот у меня была без крышки первое время. Потом они, когда выпустили эту крышку, я купил ее и был с крышкой. Там есть факи, короче, как все это делать, ты можешь почитать. Ох, щит, да, босс. Да, GameCube вообще офигенно сохранились, они очень красивые. И у них пластик безумно качественный, и сами геймпады, это просто нечто, они безумно удобные. И провод такой длинный на них, не то что там, блядь. У SNES и так далее. Очень длинный провод у GameCube. Да, блин, Рики, вообще тащу офигенно. Ну, я тренился где-то год, потратил на эту игру. Вот. То есть, ну, такое тяжело очень было трениться. Игра довольно специфическая. Управление такое тяжелое. Да, геймпад офигенно. Ну, не, ритейл как бы... Ты хочешь сказать, там, от PS2... Он удобнее, что ли? Не знаю, на мой взгляд, вообще самый удобный геймпад на Dreamcast. То есть мало кто это понимает, но он реально удобный. Потому что как бы все свое там... Когда в школке учился, играл на геймпаде от Dreamcast, и просто безумно удобно играть на нем, тупо из-за количества времени. Это GameCube, наверное, то же самое, потому что я больше играл на GameCube, чем на PS2. Ну, Twin Snake, как бы, это отдельная... проблема, потому что там управление как бы хачевское сделали. Так-то, в принципе, во всех остальных играх оно нормальное. В Luigi Mansion просто идеальное управление. О, у тебя лицуха Metroid Prime. У меня, кстати, лицуха до сих пор, у меня осталось... О, Пир, хочешь, я тебе могу продать игру Super Smash Bros. На GameCube? У меня она валяется уже лет 5-6. В идеальном состоянии, все буклетики там, с кодами, короче, со всей хуйней. GameCube-версия вообще, я играл в нее раз, наверное, 5-10. Потому что у меня второго геймпада не было. Хотя, может, для коллекции оставлю себе. О, тут опять киски можно... Это Тейлз из этого, из Соника. Ну да, Пир, я уже передумал. У меня и так, блин, мало лицушных игр. Пускай будет. Да, игра клевая. Вомбо-комбо, все дела. Ну, на Ви как-то управление там... не очень. На геймкьюбовском удобнее управлять, там комбинации мутишь, все дела.
на Wii вроде можно на классик контроллере играть. Все, просто Smash Bros. Чё за крик? Бля, чё? Чё? А, лол, да, кстати. Офигенно сделали. Вот этого уровня, кстати, уже не было на Sega. Это эксклюзивные уровни, которые делал Кенджи Ино для NES. То есть их не было. Да, фура, радио вообще клёвое. Я всегда его, короче, ставлю, когда готовлюсь к стриму. Она настраивает на новый лад. На новый лад, блядь. На хороший лад, вот. Что у меня это... Голова вся какая-то ебанутая. Боссы тут вообще все чисто паттерн, легкий. Да, Фуру, ты там самое главное, голосуй за треки. Если тебе какие-то треки нравятся, голосуй за них. Там можно зарегиться, даже, по-моему, ачивы какие-то есть, что-то такое. Все, пацаны, мы превратились в голубя. А, это не мы превратились в голубя. Лол. Тя, вот. Я что-то вообще не понял этого сюжетного поворота, сейчас, пацаны. Я просто чат читал что-то. Ща, это слишком необычный поворот. Короче, ебашим на большого какого-то носорога. Да, пацаны, случайно сейф стоит, сори, вообще чисто. Ща пройду еще разок, да. На бис пройду. Видите, да? Офигенно. Какое радио, я не скажу. А, типа мы убили этого петуха. Он превращается в голубя. А голубь это, оказывается, Тян. Вот это, блядь, сюжет вообще. Вот раньше умели делать игры, не то что сейчас Gears of War какой-то там, блядь. Спасаешь планету, Mass Effect, ты капитан Шепард. Вот, блядь, вот это твист просто. Так, стойте, давайте посмотрим, написан ли тут Кенджи Ино. Он должен в саунд этих хуёвинах написан. Дизайнер. Программер Honda. Это чувак из Street Fighter, жирный программировал, короче. Саунд. Во, Кенджи Ино есть. Вот, видите? Кенджи Ино. Чисто. Его игра, все дела, блядь. Дебют. Не убиваешь петуха, он отпускает голубя, а голубь тян. Вот так, да, то есть еще более дипово, чем я понял, вследствие того, что, как бы, я такое, там, бухаю, все дела. Я не смог понять диповости сюжета. Хонд, да, из Street Fighter, жирный боец такой. Концовка. Блин, такая у него походка, чисто Стян идет, Ягуар ему по... Это фурфак добился успеха. Бросил героин, нашел Тян. Пришел к родителям, видите, похвастался Тян. Фурфагу похуй, блядь. Белорусский воин. Спасет, блядь, весь мир. Да, у Фурфага две тян, потому что ему одной мало. Да. Оу, щит. Видите, антракт, пацаны! Офигеть, это отсылка к той игре, которую стримит Мейб. Как там она называется? Папетир, типа, или как? Все, прошел игру, очень тяжелая игра была.
тренился целый год, офигенно. Вот видите, это тоже игры, которые я еще прошел. Супер Марио РПГ, классная игрушка. Супер Гостен Год, блять, хуёс там, вот вообще. Вот это моя любимая игра, Сенран Кагура вообще просто, видите, все прошел, короче. Такой, типа, это у меня эмулятор у меня такой. Так. Теперь следующая игра от него. Какая там она? Чатик еще. Да, это самый модный эмулятор вообще. Фурфак, это не видос, это игра. Я играю на эмуляторе 3DS. Ну там, наверное, какое видео? Видео, наверное, суператак. Там же они, когда делают суператаки, рвется одежда там и так далее. Так, следующая игра, следующая игра. SD Hira Soukisen Taose Aku no Gundam. Короче, в этой игре Кенжи Ино, что он тут делал-то? А, ну он тоже занимался планированием. Типа, ему нравилось анимцо. Вот. И эта игра... Ну, то есть, короче, он делал геймдизайн весь, концепцию тоже опять, механику, геймплей, всю хуйню. Вот, и эта игра стала... Она вдохновила каких-то других разработчиков на создание серии Great Battle на SNES. Ее стримил, я помню, этот чип на марафоне. Там, где, типа, много всяких, из многих вот этих, как... из Ультрамена, из... Камен-райдера, из еще кого-то, то есть там трое героев, как бы вот. И он сделал. То есть стал вдохновителем для серии этих игр. Там 4 или 5, там есть копы и так далее. Вроде игра неплохая. Вот, на NES. Я хуй знаю, что это за игра. К сожалению, она тоже на японском. Вот да, SD Hero, типа. Отсылка к Омску. Вот, так что будем смотреть. Привет, Морф. Тоже похоже из разных вот этих сериалов того времени, видите, он Камен Райдер был, Ультрамен, то есть тут похоже тоже все эти. Так, сюжетона, видимо, нет. Ну, ладно, сейчас я приду, пойду водички налью, то, блин, похмелье, пиздец, пить хочется. Сейчас приду. Лучше 3DS, да, вообще Vita, блядь. Я играю в лучшую игру на Vita, называется Smart S. Вообще просто лучшая игра чисто. Тренируешь ум, я чувствую себя уже умней намного. Вот сюжетон. Too deep.
Луна плачет. Щит. Можно выбирать героев, пацаны. Офигеть, сколько героев там. А, это или уровня? На каждого героя разный уровень, что ли? Давайте с первого. Это, по-моему, Kamen Rider, типа. Или кто это? Или Ультрамен. Марк, кто вот это первый персонаж, скажи. Воу! Музон. Так, платформер. Хорошо, хоть не RPG. Конечно, управление, сука, во всех этих играх такое управление, блядь. What? Это какой-то крутой чувак, у него меч есть. Чё, нельзя убить, что ли? О, офигеть, сколько тут надо. Да, помню, в этом. Ва. Офигеть, а это кто еще такой? Руками бьет. Вот это самый клёвый персонаж. Офигеть, он ваншотил. Блин, а клёвая игра, кстати. Графон. Так, можно их переключать. О, бейсбольными мечами стреляются, похоже. Так, это, походу, плохой пауэрап. Мы сделаем сейв стейт. Да, это плохой пауэрап. Вниз нельзя, запрыгнул наверх, вниз нельзя спрыгнуть. Просто пушка. Не, музон классный, кстати. Воу! Так, вот в этом было здоровье. Не, на самом деле классная игра, мне нравится. А как вообще вот этот жанр называется, вот таких вот Ультрамены, там Камен Райдеры, там же есть какое-то название у этого жанра, как он называется? Синтай, вот точно. А, Токасацу? Лол. Окей. А что такое синтай тогда? В чем отличие? Давайте, босс. Короче, пацаны, это вообще тики босс. Сразу на нас летит. По-моему, тебе смарт-тест не помогает. Лол, да. Оу, щит. Вы видели? Ладно, я понял. Перевода этой игры на английский нет, да, к сожалению.
Но она считается культовой очень. Игра там стала вдохновителем для легендарной серии Great Battle. Блин, наверное, тоже будем проходить в сейф-стейте, потому что игра какая-то... Получается, что такая. Хотя вроде не такая сложная, вроде первый уровень. Звончик добрый такой. Аэропластер, это что такое? Блядь, что за усатая хуйня? Хорош. Это новая игра от автора Key Story. О, офигенно. Правда, Key Story до сих пор не прошел. Надо будет как-нибудь пройти. Так, сделаем save state. Это самое крутое оружие, кстати, походу. Столько разновидностей тут этих. Не знаю, как их назвать-то даже. Йовен. Оу, они еще всегда и рандомно генерятся. Да, в Great Battle там 4 героя, тут, похоже, все 40. Странно, что тут сердце не дает хп. Что же он дает? Я сначала думал, это жизнь может. Так. Даже не знаю, не будем сохраняться, попробуем затащить. Блин, вот как от него уворачиваться, конечно, это пиздец. Так, наверное, быстро надо. Нужен Rapid Fire. Так, я вот чуть не пойму. А,
А, мы сюда даже не можем, похоже, зайти больше. Да, то есть мы прошли уровень и все. Пойдем во второй. Блин, чуваки, игра реально клевая. Такой дизайн. Чипи гнить все дела. Классно. Да, побегай обязательно, ритейл клевая, да. Конечно, тоже управление такое специфическое. Но лучше, чем прошлый порт. Альта пист этого, блядь. Ну fucking hell. Да блять. По-любому из него хп. Сука. Не, он бессмертный, что ли? Наверное, если рубиться по всем этим, как вы сказали, как это называется, токусацу, то вообще, наверное, чисто офигенный фан-сервис, столько этих чувачков из разных сериалов. Ай-яй-яй! Не-не-не, не буду я с ним воевать. О! Ват-ват-ват-ват-ват. Сейчас супер или этот Нет сейчас взорвется. Она так тормозить начала. Вот самый клевый костюмчик. Блять, этот самый дерьмовый взял. Соснул. Куб читает DVD, да, вербатим DVD-R самые клевые вообще. Они меньше всего лаза сажают. Кстати, до сих пор дофига болванок для GameCube, но я их сам использую, потому что на Wii можно же играть. И просто как бы там есть специальная программа для записи игр на GameCube, как она называется? Мультивер, что-то такое, короче. И ты можешь записывать до 3 игр на одну болванку. То есть так ты на маленькую болваночку только одну игру, а вот на вербатим DVD-R 3 игры, потому что там каждая игра весит 1,7 гигабайт. Где-то так. А чё ты закажи? Ты же нашел, говорил, Network Adapter где-то дешевый. Ну да, не добивай, лазер это вообще не стоит. Так, блядь, я второй раз попал в это же место уебищно. Развели меня. Воу! Как они тут появляются? Его ждать надо, пока повезут. Долго ждать-то. Да, короче, вот погугли пир насчет программы на GameCube, чтобы записывать 3 игры. Да, прям такой, я помню, когда стримил этого Luigi Mansion. Ух ты! Вот это крутой чувак. Как раз разобрался и нашел. Так, главное тебе не просрать. Мультигейм Asso Creator, да. Блять. Не хочу того чувака просирать. Вот, он очень удобный, и там прям можно при загрузке игры выбирать режим изображения, то есть 480p выбираешь там, и
чисто играешь с... У меня есть видеокабель, по-моему, был для GameCube. Графон просто нереальный. Даже сейчас... Щит. Даже сейчас смотрится клёво. Я помню, все офигевали от графона на Luigi... Ну, Luigi Mansion. Все-таки, типа, да ладно, это игра 2002 года. То есть выглядит клёво. Бежим. Если игра на нескольких дисках, ничего, писать на разные. То есть такие игры, да, на такую игру только одна игра на болванку. Но таких игр-то всего там 2 или 3. Killer Instinct, ой, Killer Instinct, Killer 7, МГС, да и все вроде. Ну, из годных игр я имею в виду. Так, как тут пройти-то? Защита от пиратства, что ли? Так, да, я понял. Надо долететь. Фак. Может, специальный Гандам нужен, который умеет летать далеко? Все, пиздец, обратно не вернуться. Так, нужно, значит, найти летающего Гандама. Новый эксплойт под новой прошивки 3DS, блин, вообще было бы офигенно, потому что просто мечтаю о 3DS-ке Limited Edition Luigi, там где, ну, сделан дизайн DS-ки, 3DS-ки в виде камуфляжа, в виде лица, лиц Луиджи. Просто офигеннейший дизайн. Я, блядь, очень люблю камуфляж, очень люблю это. Луиджи люблю. Офигенно вообще. Блин, а где найти летающую? А почему кандалы работянки присоединены к параше? Блять, не знаю. Потому что так круто. Бля, ну где эта летающая штука? Может, дабл джамп у кого есть? Не, пацаны, я даже не знаю. Дабл джампа нету. Может, как-то по этим штукам... Во! Офигеть! 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 Это Марио какой-то. Марио Lost Levels. Блять, у меня 2 хп. Параши, реально. Блять, пиздец. Оп. Оп. Блять, что же сделать-то? Может, не... О, все. Thank you.
О, бой, бежим. Фат. Фат. А на PSP вообще выходят какие-то новые игры, кстати, интересно. Или нет? Новые ВНки про жирух. А для жирух. Я же подумал про жирух. Блин, а как это говнюк пойти? О, бой. Похоже, придется заново уровень. Да, клевый персонаж, кстати, я бы тоже хотел узнать, как его зовут. Будем сначала. Ну вот я знаю, вот это вот Ультрамен, по-моему. Второй вот этот Ультрамен. Музон круче, чем в Мегамене, когда уровень выбираешь. В принципе, можно и без сейф-стейтов в нее играть. Тем более, Continuum и Disconnection. Жалко время, конечно, не тратить. Привыкать к ней. Причем вот реально NES в эти моменты взрывалась, когда так много врагов. Вот этот мне больше всех персонаж нравится. Он вообще клевый. Он похож на Катмана из Мегамена. Немножко. Вот этот тоже клевый. И с больными мечами. Вот этот вот лох мне вообще не нравится. Да он. Джедай типа. Вроде хп много. Не пройти. Блядь. О. Вот этот тоже крутой, но внешний вид именно. Оружие у него довольно своеобразное. Но внешний вид офигенный. А, бежим, бежим. И босс. Я слышу хп. Нет, тут надо явно какой-то стреляющийся. Прошлое, наверное, оставим до конца. А чё, кстати, Пир, будешь первым проходить... Блядь, проходить на GameCube такую игру? Пройди этот Eternal Darkness. Eternal Darkness. Ну, вообще, охуенно. Я помню, стримил этот Octocat. Я даже не знаю.
Попробуем так убить. Сейв. Поворачиваемся и все. Похоже, если им попадать в голову, он не может выстрелить этими лазерами. Все. Too easy. Twin Snakes. Ну, специфический выбор. Лол, смотрите, когда проходишь уровень, они показывают козу. То есть они это... любят Black Sabbath. Bound by Flame, я тоже сегодня смотрел 10 минут этой хуйни от Жака. Но это вообще, это игра просто типа как этот, мне напомнила, как называется этот сериал, где это, Война Престолов, или как он там, похожего. Такой же бюджет у игры был, может даже разработчики те же самые. Плачущий какой-то. Да не, больше похоже на вот Война Престолов игру, вот там примерно то же самое. Такая же, блядь, какая-то ебанутая механика. Бои вот эти бесконечные. Спидранин. О, что за бомба? О, всех убивает. Заговал, он заговал в прошлом. Блин, криповые монстры. Уже... Я прям так и вижу. Они там дрались какой-нибудь с огромной токийской небоскребом, там все разносили. Там есть уровень кладбища сверху. Спасать Тянку. Зачем? Старт. Ладно, играем дальше. Потренимся. Тян, зачем она нужна? Нам пускай её там рейп будет. Вот этого еще не было, кстати. Да блять, да блять, да блять! Thank you.
А это что за чувак? Это Камен Райдер или кто? О, зигующий! Это же самый крутой. Краска упала. Чисто по зигую. Да, вот Рики правильно говорит. Ну чё, бля, Марио, что ли? Спасать Тиану. Тут полезных пауэрапов нет. Можно пробегать. Вот тут полезный пауэрап из бомба. Может, пока я выпишу, проебешь все. Хорошо, что тут еще нету нелинейности, чтобы влево-вправо ходить. Да как же они быстро-то подходят? Я загрузился! Ссаный сейф стейт. Страдай, читер, блядь. Мне надо просто идеально пройти, тогда будет больше. Вот как-то так. Да, больше так становится. Сохраняемся. Смотрим, что тут у нас. ХПшки нету. Поэтому идем дальше. Музон клёвый, кстати.
Ё-моё. Мегамен какой-то просто. Он прыгает, кстати, высоко, этот чувак. Босс, это что это такое? Это что за босс? Это стул или, блядь, что? Это, блядь, стул за 60 капов, вот, с рогами. Бля, я вообще не понимаю, что это за босс, что это за меня. Классно. Он огнем же стреляется, надо перепрыгивать. Блин. На последний хп. Небось какие-нибудь 8-битные переделки музыки из этих Total Sentai'ов, которым уровни посвящены. Ну да, наверное так. Да вообще офигенная игра, но надо рубиться как бы по вот этому всему жанру. Тогда, наверное, вообще вдвойне больше удовольствия. Геймплей, она, в принципе, неплохая. Это уебищно, но... К этому можно привыкнуть. Ох, нифига себе у него байк. Блин, вот лучше бы сделали уровень такой автоскроллер, типа с байком катаешься. Сколько хп-то? Амазон-то повторяется. Воу. Криповая штука. Фу, прям шлененка, вы видели? Кишки. Фу. Вот это из какого сериала вот эти монстры, скажите? Вот этот сериал надо посмотреть, там какие-то криповые монстры. И полезным не оказалось, поэтому загрузимся. Тут криповая штука вообще понимается. Воу. Можно загуглить еще имя героя там. Когда уровень выбираешь, можно загуглить. Сейчас будем вызывать морф, пройдем уровень, тогда и спросим, что написано. Блять. Ну не хотел я, но хотя мне тоже полезно. Моя хатошка. Как игра называется? Сейчас. Игра называется вот так, смотри. Скопирую тебе сейчас название. Open. Вот так она называется. Там просто очень много этих SD Hero. Это типа вторая часть, по-моему. Да, игра про нашего SD. Зачем я его взял? Не берем. Лол! Я думал, это пол внизу. Еба. Ладно.
Это акулы-роботы, что ли, или кто? Пышка. Еще одна. Хорош. Походу, эта маска, это пауэрап, который убивает всех на экране и берет все пауэрапы. Мне кажется, мы его не дамажим. Да, спереди он только со спины дамажится. Стреляй, ну что ж такое-то, ну... Это лол какой-то вообще. Почему он не убивается? Во, на таком же уровне, да? Вот оно как... Компати Hero Series... А, в смысле, полностью игра. Ага. Вот Great Battle, да, вот как раз на SNES, то, что они выходили. Вот эта игра была вдохновителем для серии Great Hero. Во, а тут про всех героев написано, да, похоже? Прикольно. Да, ну это такой залипон, все это изучать, вообще жесть. Слишком много времени на это надо тратить. Но, блин, вот этот синтай с этой шлёнкой я посмотрел. Наверное, прикольно. Блядь. Да что ты... Сбился. А, блин, такой шанс. Ну, фак. Что он жирный еще какой-то. Да, он уже умрет.
нашел место хорошее, где можно стоять спокойно. Уже поздно, будем так до конца его бить. Видимо, у этого чувака лазеры слабые очень. Чем будем приходить. Короче, эту тёлочку зовут Эми. Да, она клёвая. Наверное, написано Морф, ты смотришь? Переведи нам, что вот написано тут. Может, название героя там или мира, чтобы посмотреть это. Сейчас приду пока. Пойду возьму еды. Посмотрю. Ох. Это игральные карты какие-то, что ли, еще были? Да. Так, четвертый уровень. Из-за пятый. Шестой. Воу! Тут сразу пиздец начинается. О, самый крутой чувак попал. ХПшку берем и уебываем отсюда. Ван Песта Ориджинал. А, прикольно. Привет, Мабин. Файтер-вор. Это имя. Лол. Looks like Мегамен какой-то. Зеро там. Не, ну игра клевая начинает. Мне уже нравится на самом деле. В принципе, если даже не сейвскамить, ее можно легко пройти. Учишь, где какие эти поварапы. Боссов у всех вообще паттерн просто для детей и даунов. Вот, в принципе.
клевая игра, но явно чувствуется такая, мне кажется, вот, рассчитана на детскую аудиторию была, потому что чиби гнили, в принципе, легкая очень. Все-таки... Да, чопир. Сейчас будешь разбирать GameCube, что ли, спрашивать, как, какими отвертками? Там есть один какой-то эмуль, и он дерьмовый. И он очень дерьмовый. Чанкаст, вот да-да-да-да. Проще Dreamcast купить, короче, мне кажется. Он не такой дорогой. Лол, вот. Да ладно, Мабин, они ничего не нормально. Не, Shenmue стримил же, обоил. Нормально идет. Вообще копейки стоит, и его даже чиповать не надо. Болванки читает, даже не чипованный. Есть куча хуёвин для обхода легиона, там вообще очень хорошо, хорошо красно. Так, засейвимся. Блин, тут нет нигде хп вообще полный. Не, Мэйб, ты чё гонишь? Лучшие эмуляторы были на Xbox первом. На Xbox Original. Или ты про что? А, я думал, ты в смысле про эмуляторы на консолях. Потому что вот у меня стоит первый Xbox, и я там эмулирую аркадные автоматы, NES там. Они прям идеально работают, full speed. И на оригинальный Xbox ты можешь вставить... О, хп. Ты можешь это, вставить большой жесткий диск, по-моему, гигабайт 500, что ли. Удобно очень. Не, да, вот Дельфин самый лучший. Там же даже работает онлайн-коп, то есть Monster Hunter все играют. Бля, хп это пропало. На марафоне был стрим, вот то, что Пирс стримил Рокмена на эмуляторе Вандерсвена для PS2. Чисто. Neo Geo, кстати, плохо работает на PS2, у меня тоже есть какая-то сборка со всеми этими. Ват, композит. Чего мы... Да, не, Пир, ну лучше всего S-Video, купи S-Video, он стоит вообще там рублей 500. На PS2 там вообще, в принципе, само изображение такое темное, уебищное, пиздец. GameCube вообще лучшая приставка, чисто. Бля, один хп. Ой,
Да, парк божественный. Ну вот кто-то начал спорить, Retail говорит, что не божественный. На мой взгляд, вообще... крайне удобный. Да, может быть, в каких-то играх не очень. Но все игры, которые разрабатывала сама Nintendo, то есть Pikmin, там, Luigi Mansion... Я просто не очень много играл, потому что безумно дорогие диски были. У меня игр, наверное, 10 было там. То есть какая-то мультиплатформа, Tony Hawk Pro Skater у меня был. Сейчас посмотрим на органических монстров. Ох, офигеть, да, клевые они. Блин, надо смотреть Камен Райдера, короче. Да не, V-Mode тоже удобный. Но опять-таки только в играх от Nintendo. Потому что в сторонних играх это, конечно, вообще полнейший пиздец. Бежим, бежим. Блин, хпшечка нужна. Блять, сука, отстань от меня! ХП у тебя должно быть. Блин, я, короче, это... не увижу этот скриншот, потому что... я открыл ссылку, не копировал. Мы упали к боссу. Ну, в первой косте, кстати, еще более-менее. Там есть, конечно, убогие печати, которые тяжело рисовать. Но вот я рассказывал про Heavenly Sword. Я не смог пройти первую херню, где надо бумеранг кидать. Это просто адски неудобно. Это просто вообще невозможно. А ты на PS4 будешь брать камеру, кстати, Мэйк? Вон Морф взял уже, танцует там все дела. Под Леди Гагу. Не, если бы появились какие-нибудь клевые рейл-шутаны, типа Time Cop там, вот это вот все, было бы клево, я бы взял. Пешки у них вроде бы. Да, хп, блин. Можно погриндарить, попробовать. Лол. Да не, мне кажется, мой морф выбирает специальный момент, чтобы никто не видел этого. И у этих танцулек. Так, хпшка, что ли? Надо как-то выбить хп с них. В принципе, у меня и так много. Это нереально вообще. Вот одна. Нет, больше теряю, чем приобретаю. Однозначно. Не, Мэйп, но бывают же такие семьи, где все алкаши, там, ебашит героин, и у них вундеркинды всякие. Или бывает вообще очень богатая семья, и все хорошо у них, там, они воспитывают сына, в топовой школе учатся, а он начинает ебашить героин. Всяк, из всех правил бывают исключения.
Блин, тут нигде по дороге вообще нет хп, сука. Ёбаный дед еще. Босс! Не, ну, в принципе, он вроде легкий. Может, из-за хп затащу! Лол! Ну да, Пир, а теперь ты ебашь героин. Блин, отдайте идеально вообще. В принципе, вот на тут можно еще погриндать хпшечку. Надо убить вот этих нежных. Это жесть. Полный мрак вообще. Еще надо, чтобы они реально посередине были. Нет. Вообще не вариант. Кстати, Пир, я еще не читал твиттер, ты ответил, а что за кошелек и сумка за 10к, что вообще за фирмы, как они выглядят? А что за The Fight на PS3? Почему? Файтинг с Вум. Ну а как он вообще стилистически выглядит? Я помню, просто Мэйп стримил какой-то парашный файтинг. Там единственное, что прикольно было, типа он в виде бойца дерется, вот и все. То есть можно было его сдеанонить. Когда его вроде тогда еще никто не видел. Может, проще уже пройти босса без хп. Что-то реально какой-то ад. Во! Вот сейчас должен был выстрелить. Стилифайт лава. Ну, о, да, убил. Даже не знаю. Ну, ладно, засейвимся. Пир, что у тебя за кошелек и сумка разбита? Так. Да тут управление вообще жесть. Лол! Нет, это без вариантов, я не буду за этого петуха играть. Чтобы прокачать перса, нужно делать фитнес упражнения 2 часа, потом бой 15 минут и снова. Лол. Типа можно накачаться, что ли, во время игры? Полезно, короче. Sony заботится о своих игроках. Меня бесит эта хуйня стреляющаяся. Вот так, короче, мы будем их убивать. Потихонечку. Так. Что ты делаешь? Да! И лол, это меньше, чем я потратил. Вообще отстой.
Может, у этого дедка ХП? Нет. Ладно, будем пробовать так. Псссс, ваншот. Короче, я, блядь, в западне, пиздец. Зачем? Вот не надо никогда использовать, пацаны, сейф-стейты. То есть ты хочешь проходить идеально и... Ты попадаешь... в какие-то ебанутые моменты. Так, сейчас сюда. Так. Во! То, что я в одно время взял обе ХП, они засчитались как одна. Чисто. Кодинг. Так, так, так. Чё там, вкинул Рики? Надо посмотреть. О-лол, это... Как Гендам стримил. Игра только с Камен Райдерами. Диалоги прям я чувствую хорошие. Блин, а клёвая игра, я сразу скажу. Да почему ты не разворачиваешься? Просто легкий, но что-то пиздец. Надо внизу, короче, засейвиться. Ты заебывайся с какой-то. Престо. Карточная игра, что ли, какая-то? Стори-моду.
Да, ну блин, Рики, походу, это очень клевые игры, и их покупают миллионы китайцев, и они зарабатывают кучу долларов на этом. Музон такой офигенный. Да, блин, было бы офигенно ритейл, если бы выпустить такой платформер, было бы очень клево. Ладно, продолжаем. Так, мы прошли пятый уровень, нам теперь шестой, да? Три уровня осталось. Музон, музон, чисто. А, эти штуки долго убиваются, ну их нахер. Башка. Кстати, музон, похоже, одинаковый везде. Самолетики же говно, в которые играет Ёба Пидор. Кстати, это, Пир, расскажи про Ёба Пидора. Чё вчера там было, чё вы делали? Чё Ёба Пидор рассказывал? И он чё, весь вечер сидел в этой маске, типа? Как он пил чай, если он был в этой маске? Ой, походу, бессмертие. Ну, блин, Пир, меня вчера не было, я... Пил чай. Лол, seriously? А в МТГ он не играл? Он прям это труанон какой-то. А он хоть что-нибудь рассказывал? Ты вообще говорил с вами или как? И он чисто сидел, молчал в этой маске и все. Себе. Ну, понятно. Короче, ничего интересного. А как он выглядит вообще? Он типа узкоглазый, да? Типа ёбаный метод. Японец. Казах, блять, или кто там. О, босс, так, сейв. Какая-то. Вот тут стоять. Чисто напролом может задача.
Speedrun. Блять, затащим. Блин, как от этого говна ты вообще уворачивался. Можешь сзади попробовать его встать. Блин, ну конечно, то, что Семён сидел все время в маске, это вообще жесть. Да не, там же видно, глаза его видно, он узкоглазый, типа. Казах ебаный, блядь. Пьет козье молоко там, наверное. Блин, руки уже вроде тоже взрываются. Ой, что это за новый смайлик? Это что за хуйня? Что за тянущий? Как это? Вомбо-комбо! На последний. ХПшечки чисто. Это новый смайлик, я не видел. Сейчас поближе посмотрю. Это какая-то Тян. В шапке-ушанке, что ли? Что за хуйня? Я первый раз вижу этот смайлик вообще. Так, сохраняемся. Так, это мы прошли, это мы прошли. Шестой. Седьмой теперь. А что это затянуто? Я не знаю даже, что это затянуто, расскажите мне. Камен Райдеру. Чисто полетели. Кладбище, кладбище. Сейчас заходим на кладбище. Чё, Карина, блядь? Чё ты мне пиздишь? Нигер ёбаный, блядь. Да это вообще я не знаю, кто это такая. Какая-то баба, блядь, непонятная. Фура, расскажи, чё это за баба. Лучший вопрос у Морфа. Просто. Блин, да что это за смайлик? Расскажите, петухи. Интересно же. Как туда забраться? Это шутка. Ничего. О! Офигеть. Сколько хп-то? Да мейп, я вообще-то не пью, уже 10 лет алкоголь не употребляю. Чё за хуйню ты несёшь, блядь? Героин? Не, ну героин, ладно, героин буду брать.
Блин, ну надо завести Инстаграм, чтобы смотреть фоточки просто, и все. У Пира дофига фоточек, у меня дофига фоточек. Будешь смотреть наши фотки и лайкать, и комментировать. Я вообще очень много туда... чего выкладываю. Фоточки нельзя смотреть без реги. Фура, у меня закрытый аккаунт, ты никак не посмотришь. То есть, только добавляйте после одобрения, тогда ты сможешь смотреть фоточки. Не, ссылку ты... Ну, это как, знаешь, приватные видео на Ютьюбе. То есть... Воу. Воу. Вот это момент просто. А, то есть, если дают... Как ты смотрел мои фотки без реги, сука? Чё ты мне врёшь, блядь? Нефтяник. Давай, посмотри их, вот. Я тебе даю ссылку. Там будет написано, что просто нет фотографий. Вот, как ты посмотришь их? Смотри, видишь, вот у меня, если я захожу, я за это... За регины, видишь, у меня сколько фоток, всякие там Dark Souls, Хуи Souls, блядь. Видишь? А если ты зайдешь, у тебя ничего не будет. У меня даже видео есть. Из GTA. Ха-ха-ха, блядь. Видишь? Так что вот так, а ты все это не видишь. Ну, конечно, я позакрывал, потому что всякие петушки не смотрели. Кому надо, тому я открываю. Так. У меня много новых фоток, то что перед закрытием. Не, Фура, ты регистрируешься, я тебя добавлю, я не буду. Не хочу я так всем фотки палить. О, вот босс. Какая там нету пропаганды наркомании, чё ты пиздишь? А, фурфак, если он... А, смотри, ты меня добавляешь в друзья, и тогда... Ты как бы можешь все это видеть. В Инстаграме как бы офигенно, можно и видео выкладывать 15-секундные, и фильтры всякие клевые. Чисто как бы, как альбом используешь, такое очень удобно. И там всякие хипстерские фильтры старых всяких фотиков, вьетнамских, там каких-то 70-х и так далее, там подобное. Так, последний уровень нам остался. Да, Грин, там фильтр 70-й, вьетнамский фотоаппарат 70-х, там чисто как будто... Ну, там моментальные фотографии были, как в этом... Как он называется? Там, как в полароиде. И то есть там тоже циферки вот такие показываются, вообще офигенно сделаны. О, вот это монстр. Криповый. А что тут происходит? Смотрите, тут же. Смотрите. Что это за хуйня? Типа глич какой-то. А, ну, ритейл, вот, Морф написал. То, что в Твиттере ты легко их потеряешь, а так у тебя это альбом, то есть ты видишь сразу. Все. Ну, ритейл этот, консерватор, он не любит ничего такого, короче. Чисто консерватор, блядь.
Да, мы ванильки вообще-то. С морфом. Вы не счете просто. Вы не модные хипстеры, поэтому вы не понимаете ничего. Морф, вот морф сечет, люблю морф вообще. Ваня Латыпов, чисто ван лав. О, хп. Это хорошо. Ирел альбом. Все, с ума сошел. Приезжают родственники им показывать, да? Типа, вот тут мы с Ваней Латыповым косплеем. Там вот этот самый известный косплей Вани Латыпова. Тут типа Ваня Латыпов Скорпион, посмотрите. Хи-хи-хи, блядь. Так что ли? Тут я ел шашлык, да. Да. Смотрите и завидуйте. Ну просто в Инстаграме это удобнее, чем в РЛ. Last boss, короче, пацаны. Еще не буду читать чатик. Пожалуйста. Блин, издалека бежать-то. Ласту боссу. А, нет, что? Да морф, ну чё спорить с ними? Им так... Ох, щит! Типа замок Вайли, пацаны. Я даже не знаю. Сохранимся тогда. Go, Kamen Rider. Так, а интересно, уровни разные за всех или это просто персонаж? Тогда я не буду за этого лоха играть. А мэп читает, скорее всего, просто через веб-интерфейс. И там же половина твитов проебывается и прочее. Надо читать через нормальные какие-нибудь клиенты. Блин. Что-то все говёные тут.
никто не стреляется. Во, у него зато мотик крутой. Чисто. Ладно, будем за него. Лол, это что за тигры? Тигры с пушками на спине. Рики Лол, да, так и есть. Да, чибики клевые. Говняш самый классный чибик, потому что он не любит чибик гниль. Так. Чисто. Платформа. Блин, зря взял я эту штуку. Это усатые вампиры, вы, кстати, видите? Смотрите, это усатые вампиры. Пиздец. С синими усами. Чипик твой отец. Музон, кстати, классный. Финальный уровень. Музон хороший. Все срутся в чатике, вообще жесть. Короче, нахуй вас. Я буду играть. Твиттера срача. Глинка, вот вообще даже глинки в Твиттере нету. Он хипстер, ему не нужно ничего. Он есть только на Омске. По-моему, в этом ВКонтакте глинка есть еще. А, глинка в Стиме еще есть. В Steam чисто элитная социальная сеть. Блин, что-то я даже не знаю, как это говно пройти. Ты уже не увернешься вообще. Бля, как это уворачиваться? Блин, пацаны, вы понимаете, как от этого дерьма уворачивается? Вот я что-то хочу. Наверное, ласт босс, что такое сложно. Может, тут просто встать? Быстрее. А, все, кажется, я понял. Ну,
так будем. Воу! Воу! Сюда. Так. Ай, сбился. Самое интересное, что надо чуть отходить, либо он не стреляет. Фак. Ват, ват! Куда он пропал? А, отстань от меня! Воу. Вот это вообще дичь. Вторая форма еще хуже. Я думал, что хуже первой не может быть. Вторая вообще отдища просто. Ну, не могу я от этого говна отвернуться. Так, потихонечку. Стреляет вот оттуда, как бы там какое-то галичевое место. Отсюда не всегда стреляет. ФТФ. Нельзя еще вот на середину отходить. Блин, если ты придумал Кенжи этого босса, вообще, нафигел. Главное не сбиться с ритма. О, норм. Блин, попробуем второй сейв стейт сделать. Shift 2 будет. Вдруг затащим таким маленьким количеством хп. Нет, вообще жесть.
враг полегче. Да, вроде полегче, чем первое. О! Да ладно! Ха-ха! Спидран Страц! Спидран Страц! А, мои глаза! Этот розовый луч! А, мои глаза! Мои глаза! Да! Фак е! Блин, что так темно в комнате? Так, третья форма! Спидран Страц просто. Не, ну жесткий босс. Вот вся игра очень легкая, в принципе, но вот последний босс вообще жесть. Да, Ритейл, он не прыгнул ко мне, чисто нашел обходной путь. Лол, этот сюжет. Солнышко, луна радуется. Блин, а я забыл, с чего началось-то сюжет вообще. Да, у Рокета же есть ВКонтакте, и там куча фотографий Рокета вообще, очень много. Джей, Джей. Dark Brain захватил Эми. Герои полетели на выручку. Ага. Ну теперь все понятно. Сейчас посмотрим, я хочу начальную заставку еще глянуть. Да, краткий пересказ сюжета от Рики чисто. Ван Престо. А, вот этот, короче, повар-ап был в виде логотипа Ван Престо, и он дает хп и убивает всех на экране. Вот такие дела. Грин, а у тебя есть моя фоточка в Дианонпаке? Мне кажется, Грин меня не видел, кстати. Там, где ты голый. Так, все, закончились титры. Давайте это... Ресет? А тут нет ресет, что ли? А, вот ресет. Софт. Дишан, у тебя есть моя фотка? Ой, Дишан, Грин, у тебя есть моя фотка? Вот, смотрим сюжет как бы. Не прилетела типа это и украла. Тарелка, да. Ну да, короче, сюжет, как пересказал Рики. Не знаю, почему я не доверился Рике. Какая, Грин, Грин, какая фотка моя есть? Докажи, что там изображено. Я не верю, что у тебя есть моя фотка.
А четвертак, она... Фотка четвертака, она была в трейде, как бы она есть у всех по-любому. Так, мы прошли игру, пацаны. 10 часов уже. Так, Грин, какая фотка-то моя, скажи? Докажи. Так, что нам осталось? А, надо посмотреть по хронологии. Так, ну, просто ты выдумываешь, Грин, у тебя нет фотки. Вот так сразу не скажу, не скажу. Просто как бы мою фотку видел только Класти, Мейп. А, ну Жак еще видел. И все. Ну, а IRL, меня там видели Пир и Слэм. Так, Altered Beast мы прошли. SD Hira, Sokusen, Tause, Aku, No, Gundam мы прошли. Ультрамен Клаб мы не стали проходить, потому что JRPG полностью на японском. Поэтому мы решили. Как бы. Не, не всплывали. Единственные фоточки, которые со мной всплывали, они... Там было замазано лицо, это где я сижу на козле в майке Джей Джеллана. Там с пентаграммой такое, короче, охуенное. И где кепку Сега я показывал, короче, тоже там лицо замазано, вот и все. То есть лицо, я говорю, мои видели, мое лицо только видели Класти и Мейп, и Жак, и все. То есть я думаю, Грин выдумывает. У него точно нету. Так, следующая игра нам... Так, я что-то потерялся в списке, сейчас, подождите. Так, эти мы прошли, три. Следующая игра. Time Zone. Давайте посмотрим ее чуть-чуть. Ну, мейбы фотки у всех есть. Потому что тогда взламывался этот контакт. Вот, короче, Time Zone, следующая игра. Посмотрим ее. Сюжетик, пару уровней и все на сегодня. Ритейл, ты, кстати, смотри, я думаю, тебе понравится эта игра. Тут чувак швыряется своей кепкой. Вот это графово он вообще, пацаны. Столько цветов. Да, мои бы фотки, это не эксклюзив вообще. Вот фотка ритейла есть, вот я ее видел, но у меня ее нет, она есть только у одного человека. И вот мои фотки только у троих. Короче, ритейл, смотри игру. Крутая игра, вообще какая-то. Сюжет. Лол. Доктор Вайли! Это доктор Вайли, пацаны, он перепутал игру, он попал. Он должен быть сейчас в Мегамене. Блин, это просто гениальный сюжет. 91 год. Нет, Харуху украли. Ла-ла-ла. Доктор Ти. Мейп, ты охуел? Если ты сольешь мои фотки, блядь, я вообще с тобой дружить не буду. Блин, офигенная игра, пацаны. Музон. Музон вообще. Миллион из миллиона. Девяносто первый год, мы путешествуем. В пиджаке курящий няши, это Мерсер. Вы еще не знаете предысторию этой фотографии, что ли? Да, ритейла фоток ни у кого нет, но их видели.
пару человек. Блин, Retail, как тебе игра вообще? По-моему, офигенно. Да, селедку под селедку под шубой. Пацаны, время. Смотрите, когда время кончается, нам дают скейтборд. Я видел ту фотку с селедкой под шубой. Воу, скролл уровень. Бля, Retail, скажи, как тебе игра заебал. Воу. Это было опасненько. Это не ажап. Ват, блин, тут с одного удара убивают. Сохранимся. Да, музончик клёвый. Все. Коротенький уровень такой. О, жизнь дали. А, сейчас стойте, я не сказал, что в этой игре делал Кенджи, мы сейчас посмотрим. Так. Типа Кенджи пытался сделать Wonderboy-like игру. Вот. И это первая игра его независимой студии, которую он сам открыл, то есть которую не его, никогда его инвестировали, которую он сам открыл. Вот что он тут разрабатывал, не написано. Ну, наверное, концепция тоже, геймдизайн. Так, сейчас нам предстоит какой-то квиз. Будем разгадывать. Вот. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 3... Это ложь, там было 13. Офигеть, вопросы, конечно. That's correct. Хорошие глазки. Твоя награда, 3 жизни. Это, слышь, класть этот квиз, это отсылка к Банджо-Казуи, чисто украли механику. Да, там было 13, я тоже насчитал. Это ложь вообще, просто наглейшая ложь. Так, сохраняемся. Блин, офигенская игра вообще. Воу. Мне нравится, когда чувак снимает шапку, он такой злой становится. Колесико какое-то. Крот. Woo!
Да ладно, прикольный музон. Какой-то диковатый немного, да. Но забавный. Блин, как тебе психопас? Пальну фур, ой, фур, пир. Лол, это какой-то Need for Speed Underground. Чисто. А зачем кулер еще один? Офигеть. Жесть, конечно. Да. Прикольно. Власти там отдельный фотопак можно делать. Власти это фотомодель постоянно фотографирует. Любители уходить с Омска. Да уж. 6 жизней. О, скролл. Так, пацаны, ща. Секунду. Кое-что там посмотрю. Так. Ой.
Лол, фото Антона без лица. Офигенное. Так, что я хотел-то? А, ща. Я съел вкусный виноградик сейчас. Такой вкусный. Так, ладно. Продолжаем. Может, сегодня не допройдем ее. Потому что у меня там должны были быть дела в 10, но они отменились. Воу, офигенный музон ритейл, слышишь? Вообще... Фак. Блин, клевая игра. Блять. Блин, Грин, сам Рой, это же легко, заходишь, Рокет есть, я могу тебе дать подсказку, у Пира в друзьях, у этого, у Класти, вот ищи там Рокета, вот так тебе сразу прям имя давать, все дела, вообще нечестно, я вот Рокета сам нашел. Блин, вообще, я просто уже не могу играть 4 часа в этот ад. Ну да, это Рокет, кстати, шутка. Вот эти платформы похожи на корпус от NES. Блин, какой офигенный трек вообще. Надеюсь, этот музон писал Кенджи. Так, курсор надо убрать. А-а-а! Уровни, конечно, очень короткие. Босс! Босс-машина! Блин, конечно, то, что тут все ваншотит, это просто дичь. Лол, морф.
Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! So fucking close. Офигеть. Паттерны чисто. Учим паттерны, пацаны. Вверх он сейчас прыгает. Оп. Кепочка. Так, он вверх. Блин, я забыл, а сейчас он вбок. Да? А. Воу! Вы видели это? Это просто спидран страц. Вы видели? Это вообще что-то нереальное сейчас было. Чисто. Смотрите аж сколько очков, лол. Почему так много очков? Их нельзя пропустить. О-о-о, Вайли. Спидран трапс. Страц. Типа стратегии, все дела. Сегодня, кстати, будет стрим, посвященный Summer Games Done Quick. Блин, я давно твиттер не читал, уже часов 5. Там, наверное, есть анонс, по-моему, в 12 ночи где-то будет. Там будут рассказывать про... Сейчас мы посмотрим. Ник Куки. Вот, и, короче, там будут рассказывать про спидран Risk of Rain игры и I Wanna Be The Boshi. То есть эти чуваки будут в скайпе сидеть, рассказывать, как они тренились, что они покажут на марафоне там и так далее. Вот. Да, чувак, это для твиттера срок, это где-то 500 твитов, 600 твитов, то есть это читать где-то минут 20-30. Ну, хотя, учитывая, что пирожка можно мотать. Вот. Блин, офигенный, кстати, мир. О, вулкан. Короче, я решил, я эту игру буду без сейв-стейтов, наверное, проходить, потому что она реально очень клевая. И, наверное, я уже заканчиваю. То я что-то устал играть. В 9999 год на рождение Христа нас отправили. Офигеть. Кстати, анимация это клевая у героя. Кепочку эту. Фак. Ладно, последняя попытка и все, хватит уже играть. Пойду играть в лучшую игру на PS Vita Smart S, то я уже тупел что-то. Надо быстренько поиграть, поумнеть. Самая лучшая игра. А в Уфе, кстати, знаете, кто живет? Башкиры. Игра, серьезно. Там такие вообще эти задания каждодневные. Складывать я научился. Оказывается, я типа хорошо в арифметике разбираюсь. Я офигел. А вот с грамотностью у меня все плохо. И это. Не, Фура, знаешь, что мы узнали недавно, где этот живет? ФГС, ФДС. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Как он называется-то, это город-то? Дикий город этот, который 600 км от Москвы.
Как же он называется-то? Фура. На Шепома. Ой, это бессмертие. Блин, фура, как этот город называется, скажи. Да блин, как ты не помнишь, фура, ты чё, дебил? У тебя память плохая, это я бухаю. У меня как бы плохая память. Ты-то вообще дома сидишь. А, ну тебе лолец. Типа лолец отупляет, короче. Я тебя понял. Пони смотрят, как бы. Мозг разжижается. Когда в 40 лет смотришь пони, тупеешь от этого. Ну блин. Надо было сейф стейт хоть сделать. Вот Мор смотрит японские мультфильмы. И видишь, какой он умный. Знает японский язык. И так далее, и тому подобное. Короче, посмотрим гейм овер и все. Да я не знаю, фура ты какой-то вообще этот. Старый там. Воу, вы видели? Как это можно было сделать? Воу. Проверим, есть ли континиумы заодно. То есть нет континиумов нахер, тогда буду с их стейтами проходить. Блин, а это камни-то они... Нет, они убиваются. Мамки вообще 67. Мамка вообще там уже... Да, у мамки тоже, он выкладывал в инстаграме постоянно свои фотки там со всякими тянками, как он там валяется, загорает в Турции там, или где он отдыхал. Бухает типа с кем-то там. Как с Борей, да-да-да, там типа MC Карандаш и что-то еще там было написано. Да мой вообще никогда в теме не бывает, он всегда все пропускает, вообще какой-то лашпет. Привет, Вася. Вот Вася крутой чувак. Nice to see you, I'm T-Rex. Answer these questions, все дела. Ой, блин, сейчас считать это. Морф, а мог бы стрим смотреть? Ты что, не смотришь мой стрим, что ли, петух? Так, мы сделаем второй этот. Save state. Так, save state. То я чувствую, я не успею. Да Морф вообще офигел, я думал, блин, он смотрит хотя бы стрим. Так, красный, да? Или просто птеродактили? Лол. Офигел ты, Морф, блин, не ожидал от тебя такого. Так, сколько всего их пролетает? Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать. 12, реально. Чисто ради Аньки. Чё там? Во, да-да, Джастин Бибера карандаш, точно-точно, да. Офигенная. Блин, Мэйб, ты что, дебил, что ли? Еще и стрим не слушаешь. Не, Борис, он типа этот. Джастин Бибер. А мамка похожа на карандаша. Диджей Нойз. Кто еще такой? Нойз МС. Класть это Диджей Нойз.
Конечно, ладно, посмотрим гейм овер, то это жесть. Я уже устал играть. О, да тут бесконечные континиумы еще. А, ну только мир сначала начинаешь. Так. Сейчас мы там сохранимся. Сохраняемся. Ну все, пацаны, спасибо. Сегодня мы посмотрели сколько? 4 игры. Первая была не очень, мягко говоря, потому что это был дичайший рип-офф Dragon Quest по сериалу Ультрамен. Что-то, блин, как-то не очень она была, еще вся на японском, поэтому я решил ее не проходить. Вторая игра это была Altered Beast, вот, и это был какой-то неофициальный дикий порт, но боссы просто офигенные, мне понравилась игра, в принципе, и вообще вы видели мой спидран, чисто я тренился, вообще было 10 из 10, Рики просто сидел и восхищался весь стрим моими скиллами, все дела, вот, так что в принципе можно сказать тоже, то, что эту игру я прошел. Вот. Потом третья игра была... Класти Мейда. Бля, Класти такой же рабас, пиздец. Такая жопа, смотрите. Ох, ужас вообще. Или это не жопа? А, это другой человек сзади, лол. Я подумал, что это твоя жопа, короче, настолько большая, что офигеть. Ладно, ладно, так. Третья игра, короче, это была SD Hira Soku Sen Sen Taosu Ako no Gundam. Это, короче, тоже классная игра была. Она, типа, культовая там. Но, блин, последний босс вообще испортил свое впечатление, потому что он какой-то, ну, баганутый, блядь, ебанутый, тяжелый. Вот. Но тоже клевая была и вот третья, четвертая игра, которая называется, как она там называется, Time Zone, вот она вообще 10 из 10, вот как раз последний платформер, который сейчас был. Я прям обязательно в нее еще поиграю. У Кенжи еще осталось дофига игр, короче, я даже не знаю, блин, один стрим получился 4 часа и только 3 игры получилось пройти. Короче, видимо, я все лето буду стримить игры от Кенжи. Потому что дальше игры, которые на 3DO, там уже вообще они очень длинные. Тем более я хотел еще постримить Director's Cut D, чтобы посмотреть, какие там добавки, какие изменения, что еще. Вот. Так что... Такие дела. Вот. Ладно, все, пацаны, я пошел. Спасибо, что смотрели. Вот, морф петух вообще. Рязанский петух. Сразу потерялся уважение к нему, потому что он, блядь, не смотрит стримы своих пацанов. Вообще отстой полный. Вот. А все остальные пацаны офигенные. Спасибо, что смотрели. Давайте, покасики. Может быть, завтра еще постримлю. Вот эту игру допройду. Блин, еще надо Гекса допройти. Ладно, все, я пошел отсюда, пока.